Добрый вечер. Сегодня 2 января, а я уже в мастерской. Не так давно я приступил к реставрации этого действительно старинного граммофона «Коламбия». Для него не хватало очень многих запчастей, тем более, что вначале у меня был только корпус. И их я собирал более 2 лет. В том числе у корпуса не хватало вот этого вот плинтуса, вот такого же, как этот. И я взял дощечку и отрезал от нее все лишнее. С помощью шлифовальной машины, напильников, надфилей, резаков, наждачной бумаги, ножей, пил, гравера. Вот что у меня в результате получилось. А еще нужно было состарить эту деталь, потому что, как видите, граммофон ручной работы, ему, слава богу, уже более 120 лет. И вот так теперь эта деталь встала на свое место. Также не хватало элементов вот такого вот орнамента. Он крепится на крышке граммофона. Здесь я поступил следующим образом. Сделал из пластилина форму. Предварительно я смазал с помощью силиконовой смазки оригинальную деталь, чтобы она хорошо отделилась потом от пластилина, а то, что я туда залью, хорошо отделилось от пластилина. И стал заливать смесью клея ПВА с дубовыми опилками, причем в несколько слоев. Через 2 дня каждый последующий слой, чтобы предыдущий слой успел дать осадку и клей успел высохнуть. И вот что у меня в результате получилось. А как эти детали встали на свое место, вы сейчас увидите. Ну что ж, по-моему, неплохо. Спасибо за внимание. До свидания.